Всех привет! Суббота, и мы решили засолить огурчики с Димой. Очень быстрый способ. Сейчас расскажем и покажем. Итак, очень простой способ. Берем вот такие вот огурцы, 4-литровый наш любимый бутыль, где мы абсолютно все солим. Моем огурцы и потом вот так вот ложим баночку на бок. И складываем огурчики слоями, распирая каждый огурчик. Вот у нас здесь ровно 2 килограмма огурцов. Чё? Зачем распирать? Когда мы зальем сейчас воду, ни один огурец не всплывет. И они все будут под... Па! Вставили главный огурец. А чем заливаем? Для 4 литров... Для 2 килограммов огурцов, вот ровно здесь 2 килограмма, берем 2 литра воды, добавляем туда 4 чайные ложки соли, 4 чайные ложки сахара. И кипятим это все. Будем делать огурцы без всяких специй. Попробуем оригинальный вкус огурцов. Через 3 дня поделимся с вами вкусом. Итак, повторяю еще раз. 2 литра воды, на 2 килограмма огурцов, 2 литра воды, 4 чайные ложки соли, 4 чайные ложки сахара. Все это сейчас закипит, и мы закипевшее зальем огурцы. Итак, вода закипела. Сейчас будем заливать. Включаешь? Включила? Так, заливаем. Смотрите, как четко будет получаться количество воды и количество овощей, ну, огурцов. То есть мы взяли 2 килограмма огурцов и 2 литра воды в 4-литровый бутыль. Ох, уже пошел аромат огурцов. Шпок. Ровно все залилось. И не надо никакого груза, потому что огурцы распертые. И они сейчас просолятся. Да, в смысле, не будут всплывать. Они все под водой. Все. Оставляем на 3 дня. И через 3 дня будем дегустировать огурцы по очень простому рецепту, без всяких пряностей и трав. Просто соль, сахар, кипяченая вода, 2 килограмма огурцов и 2 килограмма воды. Так что встречаемся через 3 дня. Заходите на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока!